19 апреля состоялся круглый стол студенческих научных кружков по уголовному процессу юридического факультета Казанского федерального университета и факультета Национально-исследовательского университета Высшей школы экономики на тему «Криминалистическое сопровождение следственных действий». В совместном заседании приняли участие студенты, магистранты, аспиранты, ведущие преподаватели университета, а также практикующие юристы. Основной задачей гостей были доклады о быстро развивающейся науке, криминалистике и способах внедрения новых технологий в, казалось бы, уже устойчивую и крепкую науку. Система следственных действий, казалось бы, традиционно известна в истории России, зарубежных стран. Казалось бы, ничего нового, но есть одно «но». Как проводить следственные действия в условиях состязательности, которая была объявлена с 1 июля 2002 года. В первую очередь поднимался вопрос о модернизации уже существующих законодательных актов, которые как никогда нуждаются в доработке. Мир криминала не стоит на месте, интернет-преступность не сможет быть поймана без использования электронных доказательств или приобщения к материалам дела, записи переговоров и электронного следа. А поскольку в уголовном судопроизводстве преступность уходит в виртуальный мир, правоохранительным органам нужно как можно скорее проследовать за ней. Эти мероприятия подтверждают, что молодежная наука имеет место быть, вузовская наука, я думаю, ее значение будет возрастать с каждым годом, и все большее значение приобретает, конечно, не количество производимых каких-то новых знаний. По итогам заседания студенты и уже имеющие опыт работы в органах государственные служащие смогли сделать необходимые выводы и коллективно согласились с тезисом, что мир криминалистики тесно связан с проведением следственных действий и как никогда нуждается в доработке и новых достижениях научного прогресса. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз.